Нелегальное казино закрыли в Кемерове. О том, что в здании в Ленинском районе существует заведение, где играют на автоматах в карты, в полицию по телефону доверия сообщили кемеровчане. В игорном зале находилось 55 одноруких бандитов и бар с алкогольными напитками. Посетителей в момент задержания не было. Во время рейда у владельцев заведения полицейские изъяли 400 тысяч рублей, все игровые автоматы и документы. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство». Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы, а также крупный штраф.